Всем привет, мои хорошие! Вот и у меня готовая работа, которая уже готова очень давно. Слава Богу, что я фотографии делала тоже очень давно, поэтому хочу видео показать, потому что девочки уже мне везде, все соцсетях пишут, что я уже выходила, и я думаю, можно уже по чуть-чуть выходить и показать, что есть у меня. У меня некоторые вещи есть уже, что давно вязала, некоторые более или менее вяжутся. Вот, мои хорошие. Если вы знаете, то есть со мной, давно вы со мной, вы знаете, что мне в позапрошлом году подарили вот эту пряжу ангора. Вот. Эта пряжа, как оказалось, как бы скандальная пряжа. Я вязала джемпер удлиненной регланной линии. Но она у меня как-то всем фасон понравилась, но пряжа критиковали. У меня этот видео каким-то образом случайно муж удалил, я уже не переснимала. И, честно говоря, когда я вязала, примеряла, не так колола, а потом после стирки еще хуже колола. Короче, я отдала человеку, кому не колит, и с удовольствием отдала. Вот, у меня два серых были такие пряжи, и два вот красные, да. И все-таки я не хотела избавиться, мне нравится, есть один но, что колет. А так качество, как вам сказать, нормально. Тем более это подарили, я пряжу мусорку выкинуть не хочу. И хотела попробовать вязать юбку, потому что юбка это такое дело уже не будет колоть. То, что хотела, честно говоря, я получила. У меня два мотка. Было два мотка. Здесь, девочки мои хорошие, вот номер 854. У меня из двух мотков осталось вот. Честно говоря, эту юбку хотелось бы. Здесь как камера, наверное, как морковный показывает. Но здесь классический красный цвет. Я хотела, если бы я купила эту пряжу, может быть, еще чуть длинно делала бы юбку. Но, как вы знаете, я не хотела еще докупить или что-то такое, что было, то вязала, и неплохо получилось. Эту юбку я вязала сугубо зимой под верхние одежды носить, вот, и результат мне очень нравится. А я одела то, что у меня было дома под рукой, под черную водолазку, но здесь я планирую следующий год какую-то черный джемпер вязать, более чтобы было объемное, потому что это не я так. Мне так нравится, я так вижу, что вот это не объемное поле, как резинка. Я хочу, чтобы джемпер был объемный, более широкий, оверсайз. Ну, это потом. Честно говоря, я не успела носить, кроме так я типа фотосессию делала, еще там хорошее время было. И не успела после этого носить, но мне нравится. Фотографии посмотрите, скажите. Вот, мои хорошие. Я здесь чехол не сшивала, потому что не видела смысла сшить здесь чехол. У меня отдельно есть подъюбник, который можно просто одевать, и все. И здесь ничего не сшила. Стирала в машинке. Параметры я потом оставлю.
начиналась, вязала сверху вниз по кругу без шва. Вот у меня на канале есть двойную горловину, как делать, я так и делала. Вот и здесь. Смотрите, только здесь вот половина вязала, сколько мне надо было. Потом я напишу, сколько у меня пояс получилось. Я половина вязала, один ряд делала изнаночный. Из-за того, что, смотрите, мои хорошие, чем меньше объем для меня, тем лучше, я так хотела. И вот это и один ряд изнаночный решает вопрос, что будет пояс более плоский. Если, например, если бы я не делала, оно бы получилось вот так вот, более объемный, а так, смотрите, как плоский. Это уже вам решать. Хотя я планирую что-то на нее одевать, поэтому посмотрим. Все равно вот так лучше, мне кажется, объем мало лучше. Еще я широкую резинку здесь не делала, потому что у меня в опытах, как широкую резинку делаешь, со временем оно крутится. И этого мне не хотелось. Я обычной узкой резинкой здесь и не сильно этот. Я так пояс делала, что и не сильно объемная была верхняя часть. Смотрите. Вот. Честно говоря, извините меня за видео, что я буду 2-3 раза повторять. Я так отвлекалась, как включила камеру. 2-3 дубля уже я делала, я не могу говорить, как будто первый раз, или душа не лежит, или ничего, мне извините. Я надеюсь, у меня потихонечку будет обратное явление и получится. Извините, мои хорошие. Я вязала на 2 нити, у меня 2 матка было, 2 нити и вязала. Вязала спицами номер 4. И добавила сразу здесь, набирала сначала 125 петель на четверке, вязала вот пояс, скажите мне, я скажу вам. Потом я добавила до 140 петель. И у меня получилось, смотрите, я 6 петель лицевой вязала и 2 изнаночные. Кстати, это узор, ну, как это узор назвать, или плоская резинка, в этом году очень-очень модно. Я планировала себе вязать платье, но чтобы не облегало, а просто чтобы вот этот фасон такой был, а был широкий. Ну, я не знаю, если успею, если душа лежит, буду вязать, мои хорошие. Очень модный, скажем так, узор, если так можно называться. Это узором, конечно. И вот по кругу вязала, ничего у меня не менялось до конца. Вот, вот. А внизу я просто не вязала, когда закрывала просто классическим способом, смотрите, просто изнаночный тоже лицевой вязала, чтобы оно сильно здесь мне не этот крутилось, ничего не вертелось. Вот, смотрите, лежит очень хорошо, я один раз стирала, петельки, конечно, не так гладко, что я хотела, иногда есть такие, но это же ангора махер, наверное, вы сами знаете, невозможно так вязать, чтобы было гладко и идеально. Вот, мои хорошие, у меня еще есть готовая работа, я потом вам покажу. Еще я кое-что вяжу, покажу. Вот, мои хорошие. Долго не буду говорить, пока не вошла эту ситуацию, как снимать какие-то. Извините еще раз. Всем пока, до новых встреч!